Шалом, возлюбленные. Как у вас дела? Мы продолжаем молиться за всех вас, чтобы вы приняли мир и обильные благословения Господа. Возлюбленные, давайте выразим нашу благодарность Господу Иисусу через хвалу и поклонение. Призывая вас, давайте петь вместе, давайте поклоняться Ему. Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagi. Sama-sama tangannya yuk. Dia sungguh baik, Yesus namanya. Dia sangat baik, selamanya. Yesus, Dia baik. Yuk mari sama-sama yuk. Gerakannya di saudara yuk. Di sambutan. Tuhan Allah penyelamatku, katakan dengan percaya, kuasa-Mu mengalahkan hidupku. Sosok Allah, lompat lagi, angkat jempol sama-sama, come on. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus. Dia baik. Dia baik bagi kota ini, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik. Ikuti tepuk tangan saya sama-sama. Boleh katakan ye yeah, 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 ye yeah. Sungguh baik semua. Dia sangat baik, Yesus. Dia baik, baik. Boleh sekarang sekali lagi kasih tahu kanan kiri saudara. Dia namanya Yesus. Dia sangat baik. Saya mau ajak semua bergandengan tangan. Dia baik, baik. Yuk gerakan kakinya sama-sama ya. Oh dia sungguh baik. Menarilah. Bersukalah, Yesus, Dia baik, baik. Boleh sekarang maju sama-sama, yuk, come on. Dia sungguh baik, yeah, yeah, yeah. Dia sangat baik. Saudara siap melompat lebih lagi, come on. One, two, three, come on. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus. Dia baik, baik selamanya. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Katakan sama-sama, Yesus. Dia baik, baik. Panggil namanya, Yesus. Dia baik bagiku, oh, Yesus. Dia baik bagiku. Возлюбленные, давайте послушаем особенное послание из Слова Божьего, которое подготовил для вас сегодня пастор Ника Ньюхарахардио. Пусть Слово Божие, которое мы примем, направит нас и даст нам мир. Datang menyembahmu, Yesus,
Когда ученики Иисуса спросили Его о признаках Его второго пришествия, Он ответил, что одним из признаков того времени станет то, что Евангелие Царства будет проповедано по всему миру во свидетельство всем народам. И тогда придет конец. Итак, после того, как Евангелие Царства будет проповедано по всему миру, Иисус снова придет на эту землю. Поэтому Иисус оставил Своим ученикам великое поручение. Они должны идти проповедовать Евангелие и делать учеников Иисуса во всех народах. Мы с вами должны стать учениками Иисуса Христа. Ученики Иисуса Христа — это те, кто живут так, как жил Христос. Поэтому ученики Христа — это те, кто преобразились в Его образ. Библия говорит, что мы избранные Божии, предназначены для того, чтобы преобразиться в Его образ. Наша цель как христиан — преобразиться в образ Христа. Мы должны стать учениками Иисуса, потому что только ученики Иисуса увидят, как Иисус придет с небес на облаках. Это означает, что лишь ученики Иисуса будут участвовать в вознесении Церкви. Бог говорит Своей Церкви, что мы живем в последние дни, для того, чтобы закончить великое поручение, прежде чем Он вернется. Сами своими силами мы не способны выполнить великое поручение. Для этого нам нужна сила от Бога. Поэтому вот что сказал Иисус Своим ученикам, прежде чем вознестись. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, Иудее, Самарии и даже до края земли». И вот прошло 10 дней после вознесения Иисуса на небеса, наступил день Пятидесятницы, и на них излился Дух Святой. Ученики Иисуса были использованы Богом, и они исполняли Его великое поручение. Иисус употребил Своих учеников в исполнении великого поручения. Через них Он отпускал измученных на свободу, освобождал пленников греха, всех угнетаемых дьяволом, пленников похоти этого мира, пленников нищеты, освобождал измученных болезнями и немощами, пленников порнографии и блуда. Иисус освобождал через Своих учеников пленников ненависти и непрощения и тех, кто зависим от наркотиков. 17 августа 2019 года мы будем праздновать 74-ю годовщину независимости Индонезии, жители Республики Индонезия. Я поздравляю вас с независимостью. Мы должны быть благодарны за свободу, которую Господь даровал Индонезии. Люди, живущие в рабстве и в угнетении, конечно же, сильно страдают. И они так жаждут получить свободу, так хотят жить свободной жизнью. Библия говорит, если Иисус вас освободит, то истинно свободны будете. Поэтому только Иисус может даровать вам свободу. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alamu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasamu. Menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Однажды Иисус с учениками пришли на другой берег в страну Гадаринскую. И когда вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать, даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Всегда ночью и днем в горах и гробах кричал он и бился о камни. Увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился ему, и, вскричав громким голосом, сказал, «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом,
«Не мучь меня, ибо Иисус сказал ему, «Выйди, дух нечистый, из всего человека», и спросил его, «Как тебе имя?» И он сказал в ответ, «Легион имя мне, потому что нас много». И много просили его, чтобы не высылал их вон из страны той. Послось же там при горе большое стадо свиней, и просили его все бесы, и говорили, «Пошли нас, свиней, чтобы нам войти в них». Иисус тотчас позволил им. И нечистые духи, выйдя, вошли в свиней, и устремилось стадо с крутизны в море, а их было около 2000, и потонули в море. Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях, и жители вышли посмотреть, что случилось. Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет, и в здравом уме, и устрашились. Видевшие рассказали им о том, как это произошло с этим бесноватым и о свиньях, и начали просить его, чтобы он отошел от пределов их. И когда он вошел в лодку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус не дозволил ему, а сказал, «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал Он тебя». И тот тотчас пошел и начал проповедовать в Десятиграде, что сотворил с ним Господь Иисус. И все дивились всему произошедшему. Этот человек начал восхвалять Бога. Он говорил, «Теперь я свободен. Я предлагаю вам воспеть эту же песню. Теперь мы с вами свободны во Христе». Sekarang saya sudah bebas, sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darah, darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, 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 bebas. Haleluya, sekarang saya sudah bebas, sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darah, darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, 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 bebas. Haleluya, haleluya. Итак, Иисус освободил человека, который был одержим целым легионом бесов. И мы видим, что Иисус даровал этому человеку полную свободу. До этого этот человек безумствовал, ходил ногой, блуждал среди могил, жил в гробах. Он резал себя камнями и издавал громкие крики. Но когда Иисус освободил его, к нему вернулся здравый смысл. Он снова стал опрятно одеваться и даже стал свидетелем Иисуса. Он рассказывал людям о том, какое чудо сотворил для него Иисус. Бесы знают Иисуса, и они очень сильно его боятся. Все должны подчиняться тому, что велит Иисус, поскольку Он есть Сын Божий, Сын Всевышнего, и Он сам является Богом. И те из вас, кто находится в плену греха, в плену у лукавого, те, кто является пленниками похоти этого мира и пленниками нищеты, пленниками немощи и болезни, пленниками порнографии и прелюбодеяния, те, кто находится в плену ненависти и непрощения, кто находится в плену у наркотиков, вы должны получить освобождение, принять от Бога полную свободу. Вам нужно прийти к Иисусу, и тогда Иисус сможет вас освободить. Я сангу, Иисус сангу, мелакукан перкара янг бесар. Я сангу, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup
memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Кто из вас нуждается в том, чтобы принять свободу от того, что вас держит в рабстве? Если это вы, поднимите руки. Я хочу помолиться о вас, Господь. Ты видишь этих людей? Они нуждаются в Твоей помощи. Они находятся в плену разного рода проблем. Отец, Ты сегодня восстановишь их. Ты исцелишь этих людей. Во имя Иисуса теперь будьте исцелены. А во имя Иисуса теперь получите восстановление от Бога. Примите свободу. Во имя Иисуса вы свободны навсегда. Аминь. Mari angkat kedua tangan kita bersama-sama, saudara. Alami dan rasakan hadirat-Nya malam ini. Ada kesembuhan, ada mujizat di atas pujian penyembahan kita. Mari bersama-sama dengan saya katakan pujian ini. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar, Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Sambil angkat kedua tangan kita. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur pada. Dengan apa? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur pada-Mu. Selamanya, Yesus. Mari bersama-sama lagi katakan, Kau Allah. Allah yang setia, amen. Bapa yang mulia, kami ada karena kasih Tuhan. Kasih-Mu pemirsa besar, di rumah boleh menyembah-Mu Tuhan. Itu karena kasih-Mu ya Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapan kami selamanya. Kaulah harapan ku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur pada. Dengan apa
sempurna. Kebaikanmu sempurna dialami pemirsa di rumah. Seluruh umatmu Tuhan menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada-Mu dengan apa akan ku balas. Oh, segala sambil angkat kedua tangan kita bersama-sama, alami kasih-Nya dan katakan, dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur kedua tangan saudara. Kebaikan-Mu mengalir di tengah-tengah umat-Mu malam ini Tuhan. Kau mengalirkan kasih-Mu untuk kami menyembah-Mu Yesus. Sekali lagi katakan, dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku, menyembah-Mu ya Yesus. Ku bersyukur pada segenap hatiku, menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada Аллилуйя! Мы с вами славили, поклонялись и вместе слушали Слово Божие в знак нашей благодарности за спасение, которое мы приняли от Иисуса Христа. Давайте жить святой и угодной Богу жизнью. Это будет радовать сердце нашего Бога. Иисус, аку percaya, о, Иисус, аку percaya, Иисус, аку percaya. Yesus, aku percaya Kau pulihkan sembuhkan mujizat di dalam hidupku. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Oh Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya Kau pulihkan sembuhkan mujizat di dalam hidupku. Lambaikan tangan bersama-sama. Haleluya, terpujilah haleluya. Haleluya, terpujilah Tuhan. Yang pria katakan haleluya, yang wanita terpujilah haleluya. Terpujilah haleluya. Amin. Terpujilah Tuhan.
tepuk tangan sama-sama. Yes. Yesus, aku percaya. Oh Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Kau pulihkan. Kau pulihkan semua kisah dalam hidup. Boleh tepuk tangannya ikuti saya. Yes. Yesus. Kita kepalkan tangan kita dua-dua tinggi-tinggi. Berulang-ulang kita katakan begini. Kau pulihkan, sembuhkan mujizat di dalamku. Kau pulihkan, sembuhkan di dalamku. Di dalamku kau pulihkan, sembuhkan mujizat. Sambil lompat. Kau pulihkan, sembuhkan mujizat. Dua kali lagi. Kau pulihkan, sembuhkan mujizat. Sekali lagi. Kau pulihkan, sembuhkan mujizat. Dalam hidupku. Terpujilah Tuhan.